Всем доброго времени суток! У нас с вами на рассмотрении вышедшая игра, которая немножко багованная. А полная версия ее, как я вижу, выйдет в июне 30-го 2022 году. Но пока багов здесь куча, она грузит очень долго переиграть. Мы сейчас переиграем уровень. Я попытался сыграть в игру про спецоперации. Все мы знаем, что есть игры, которые сейчас нацелены на то, типа, чтобы создать группу подразделения, да, которая может захватывать опасные объекты, разведка, вот это все. Но меня убили сразу в первой катке. Игра очень сложная. Казалось бы, постреляшки, но она приближена очень к реализму. Я зашел в здание, меня просто в упор застрелил преступник, который прятался за углом. Это вам не PUBG. Грузится она по 5-10 минут примерно. Тот же Rust. Может даже чуть быстрее. Чуть-чуть быстрее, чем Rust. Rust грузится 15 минут. Но у него вышло недавно обновление. Кстати, его тоже вот я вижу, уже загрузился уровень. Так, я примерно знаю, где сидят бандюганы. Бандюганы сидят в... Короче, это продажа подержанных машин. Они сидят внутри здания. Там стеклянные двери. Я думал, что они меня из-за стеклянной двери ни хрена не тронут. Они меня тронули. Это я такой веселый спецподразделенец. Видите, все подвисает на RTX 3070. Графика слишком... текстурно выделяется. Вот даже здесь зависает на старт. Так, выдвигаемся на точку, он говорит. Как ему и командовать, да? Вот. Подними свои руки. Так, вот. Команда у нас. Move to. Move over there. Copy that. Moving now. Ну-ка, пошел. Вот, мы заходим на территорию, захваченную террористами магазина. Вот в этом здании находятся у нас террористы. Как только я приоткрываю дверь, да, начинается пальба, стрельба. Так. Open, так. Move to my front. Copy. Moving now. Давай, давай, чеши туда. Не понял, кто-нибудь туда вообще пошел? Отражение на RTX 3070. Ну, очень такая реалистичная игра. Так, давай-ка мы все-таки туда кого-нибудь пошлем. Так, open clear with flashbangs. И зачистить флешбэнксом. Кто-нибудь откроет, нет? Где, блядь, все шарятся? И чё, блядь? Специальное подразделение котиков. Наркотиков. Давай, давай, открой. Copy that. It's open. We're good to go. Открывай. Flashbang out. Сейчас бахнет. Drop your weapon now! Drop your weapon now! Так, это пушечка. УЗИ. Так. Relax. Арест, смотрите, производим. Охренеть. Это бомбуча, так. Suspect standing by for trailer. Еще один, где еще один? Roger, trailer's inbound. Я еще одного не вижу, их двое здесь было. Плохо, плохо у меня предчувствие. Откуда стрельба? Он за дверью.
move over there. Moving up. За этой вот решеткой, короче. Open it. Toss a flashbang. Открывай и бросай гранату. Где там у нас? Элли есть? Элли, давай. Бросай гранату. Пикот будет у нас. Рискот. Так, нормально. Вот уже профессионально работаем, да, как полиция. We've got a suspect here ready for trailers. Так, одного мы убили. Вот он мертвый валяется. The suspect has expired. За мертвых дается это что? Open the door. Clear it. Moving up. Get on the ground now. Тихо. Вы что-то карванули-то, пацаны? Потихонечку, помаленечку. Так, вон палочки нам подбрасывают. Так, давай туда флешбэнг скинем. Open, bang, and clear. Открывай. Ишь, один открывай. Hands where I can see them. Бля, зависло. Кого они тут еще пристрелили? Опа, это откуда стрельба? Put your hands up. Я не вижу его. Кто-нибудь его видит? То ли он на крыше сидит, палит. Так, меня ранили, руку. Медик. Где медик-то? Suspect killed. This is Talk. Copy entry team notifying trailers. Так, пушечка, где моя пушечка? Во. Арнольд Шварценеггер представляет. Hands up. Вот здесь зайдешь и тебе кончат. Надо очень быстро реагировать мне. Сука. Мы не успели сказать брось оружие. The suspect has expired. Talk to entry team. Civilian is DOA. Roger, entry. Ах ты сука. Сейчас мы тут все взорвемся. О, нига, убили. Но мы почти выполнили задание. Почти. Ну ничего, первая попытка. Вторая попытка. Все, нас всех грохнули. Ну что, я разобрался с командованием. Попробуем еще раз. Боты здесь напористые. Можно играть вроде как по сети, в будущем будет. Так что пока неизвестно, кто из себя эта игра будет представлять. Но сегодня просто так, анонс, манонс, шманонс, пошупать, посмотреть. В Стиме она стоит 1200 рублей.
Но пока вот в таком виде я бы ее не покупал. Виснет она на RTX 3070 просто безбожно. А так мне, в принципе, здесь все нравится. Управление мне нравится. Идея вот этого спецоперации мне нравится. Аресты тоже неплохо сделаны. По-моему, это Unreal. Хотя виснет, как будто сделано на CryEngine. Ну давай, 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 грузись. Грузись, грузись. И больше не бесись. Бесись, говорит. Не бесись. Дорогая жена, не бесись, не бесись. Давай, грузись. Господи, 5 минут. Полет нормальный. Видел, тут на днях вышла Daylight 2. Не знаю, графика мне что-то как-то не очень зашла. А первоначальный Daylight, он совсем в другом стиле даже был выполнен. До хрена кинематографа этого запихали из предыстории истории. Не знаю, драйв весь убрали в сторону непробиваемых черепов зомби. Раньше зомби крошились проще, то есть они такие тукленькие были, а теперь зомби стали реально как люди, то есть крепкие. Если человек был крепкий, то и пробить его будет очень сложно. Так, шатан. Daylight мне не зашел, и покупать ее в ближайшем будущем даже не собираюсь. Не знаю, то, что там может быть хвалить. Там дофига я заметил ошибок с оружием, со сбором всего этого хлама ненужного. Ну что, ты вообще зависнуть решила? Что, милая, игра? Вот такая, блин, игра. Специально поставил FPS, да, чтобы нас было видно в игре. Так, пошла загрузка. Я бы графику, наверное, уменьшился. С эпика. У нас сейчас стоит эпик. Может, это влияет все-таки так сильно на RTX 3070. GeForce. Не знаю, иметь современную карту и не справляться с современными играми. Это какая-то, блядь, неестественная фантастика. Да, это я такой веселый парень. Это наша братвуля едет. Братвуля едет, едет, едет. Давай вылазим. Так. Первый подвесон. То есть у нас идет прогрузка, как понимать, текстур с освещением, да? Okay, I'm on your six. Назад мы туда уйти не можем. Я не скажу, что прям графика здесь, ну, всего подробная, да, ну, если даже разглядывать. Ну, где вот? Здесь вот еще... А, она еще не прогрузилась? Твою мать. Так, пацаны, пацаны, вошли отсюда. Нам не в эту сторону. Да какой drop your weapon? Do it now. The gun, now. Drop the weapon now. I dropped it, okay? Я себе зашел такой спокойный сюда. You need to relax. Suspect standing by for transportation. Talk to entry team. Там кто-то стреляет. Open, bang and clear. All right, roger that. Блять, виснет вообще жуть. Bang's free. Drop your weapon. Drop your weapon now. Drop the damn thing. Arms outstretched. Так, музыка зависла. Дин-д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 ин.
Это что за вампир, блядь? Stay still. I want to talk to a lawyer. Так, 35 очков дают за задержанных. Ну тут кто-то у нас мертвенький. Оружие можно их не собирать и пользоваться им, да? Так, нам надо попасть внутрь. Open clear with flashbangs. Roger that, sir. Сейчас он откроет и кинет туда флешбэнкс. Чё, крутой, да? The bang is ready. Есть. Заходим. Drop your weapon. Put the gun down. Drop. Now. Weapon now. Put your hands up. Great work, entry team. Keep it up. Hands up now. Drop your knees. All right, light stick out. Ах ты! Get down! Hands up! Do it now! Hands up! Do it now! Get down! I want to see hands! Relax. Please, I just want to go home. Civilian cuffed and ready for trailers. This is talk. Provide cover. Trailers incoming. One person, unarmed. You should really sketch. Hands where I can see them. Why should I listen to you? Так, там кто-то есть, блядь, я чувствую. Open, bang, and clear. Roger that. Flashbang. Ну-ка. Заходим. Тут, блядь, никого не было. Ну, мы пошли дальше. Light stick away. Put your hands up. My hands are up. Hands up above your head. Please, I just want to go home. Так, он просто хочет уйти домой. Civilian cuffed and ready for trailers. Talk to high ground. Roger, entry team. Great work. Keep going. Прекрасно мерит работа. Так, стоп. Provide cover. Copy. We're moving out now. Где там, блин? Move over there. I am moving out. Тут никого нет. Пошли отсюда. Так, там кто-то есть. Open clear with flashbangs. Yeah, copy that. Readying flashbang. All right, moving up. Слушай, они перемещаются, эти NPC-шки. Right, так, никого нет. Ага. Down on your knees. Так. Quietly close that door. Roger that, sir. А теперь слушай мою команду. Open, bang, and clear. Так, смотрим вниз. Что там? Кинули? И чё, где еще один? Наших не хватает. Раз, два, три. А где четвертый?
Camlight out! Camlight out! Camlight out! Что такое? Hands up! Do it now! Кто-нибудь заходить-то туда будет, нет? Или мы все стесняемся? Through the door and clear. Roger that, sir. Открывай дверь. Сейчас вот граната полетит. Copy that. It's open. Да, блядь. Чё, мы ослепли нахуй. Братва. All right, lights stick out. Шли отсюда. Что-то ни хреново дверь так открывать, надо самому открывать их. Hands up above your head. Так, эти все арестованы. Я бросал. Не, я бросал. Hands up! Suspect killed. Не все. Talk to high ground. Great work, entry team. Keep it up. Open clear with flashbangs. Copy that. Я кого-то слушаю, мне кажется. Где брат в атах шарится? Я не понял. Откройте дверь. Так, вот, все теперь в сборе, четверо. Copy that. Да-да. Entry denied. Door locked. Подожди, я буду бросать? А, здесь надо взлом. Левый клик, да? And the bang's free. Никого нет. Чё? All right, light stick away. Police, hands up! Там кто-то есть. Get down, I want to see hands. Door locked. Так, а мы здесь были? Вверху не были. Provide cover. Roger, on the move. Get on the ground now. Civilian contact. Get down, I want to see hands. Get away from me. Ты кто такой? А, обычного, блядь, человека убил. Ну, суета. Drop your knees. Open it. Toss a flashbang. Yeah, copy that.
Это охранник был. I'm over here. Hands up. Hands right now. Come down and show me your hands. Any trouble? Блять. What's the fuck? Go after them, not me. Civilian is secured. Talk to entry team. Roger, entry team. Put your hands up. Work. Suspect killed. Talk to high ground. Смотри, даже кровище, блин, все вылетает из них как надо. Open and clear. Roger that. Открывайте дверь. Affirmative. It's unlocked, sir. А, это обыкновенная дверь. Пошли. Move to my front. Need to get into position. Open clear with flashbangs. All right. Roger that. Мы как будто директора, блядь, компании захватываем. No, can't get there. Че? Пропустите меня, ё-моё. Че не так? Пипикнуло. Что это? Здесь бомба есть? Move to my front. Okay, Roger that. On a move. Ты, блядь, я чуть не тебя не пристрелил, придурок. Чё пикает? Пип-пип-пип-пип. Кто-нибудь видит, что пикает? Я не вижу. Open it. Toss a flashbang. All right, copy that. Readying flashbang. Да ты придурок. Glow light deployed. Deploying chem light. Это я помню, в прошлый раз здесь все плохо закончилось. Или мы здесь уже были? Move to my front. Getting there now, sir. Что-то же нам найти надо здесь, да? Ready or not. Название игры, кстати. Они ее очень любят. Ну и все, мы все зачистили. Всех зачистили, да? Второй этаж есть. И тут все спокойно. Непонятненько. Давай дверь тут откроем. Open clear with flashbangs. All right, copy that. Бегомся сюда. Copy that. Спецназ работает. How do we proceed? Закрыто, говорю. Ты чё, блин? Открой, раз закрыто. Open it. Toss a flashbang. Давай. Bang's free. Нормальный. Тут никого нет. Drop your weapon now. Low light deployed.
Deploying chem light. И че, блядь, не пристрелили? Ты освободился, я не понял. Stay where you are. Русский мафия купала. The suspect secured. Talk reporting. Roger, entry team, great work. Keep going. А, у меня нет гранат. Chem light out. Moving and clear. Roger that, sir. Или я вас наебал. Заходи. On the move. One unarmed. Get on the ground. Hands up now. Охранник. Жопу ему воткнул в голову. All right, light stick out, sir. Cuffed and ready for trailers. Talk reporting. Copy that. Нам бы какой-нибудь сканер, блин. Опа, тут она закрыта. Какой-нибудь маленький. Сканер бы. Там кто-то есть, сто пудов. Move over there. Copy, moving out. Сюда все. Move to my front. On my way. Ты так встал, блядь, удобно вообще. Так, clear with stinger. Ну-ка. Clear with stingers. Yeah, copy that. Ну-ка, что это за? Граната. On the move. Так, это задний двор, да, получается? Мы вышли на задний двор, а здесь ни хрена нет. Здесь раньше бандюган, кстати, был. Hands up above your head. Может, он закрылся? Ты сука! Все так хорошо, что, блядь? Почувствовал же, что там сидит, падла. Ладно, на этом закончим. Это такой обзор был на эту игру. 30-минутный. Вам приятного просмотра. Не знаю, вернусь ли я сюда еще. Ну а так, в принципе, прикольно. Там много заданий, надо будет пощупать, как обновится игра в более лучшую версию, посмотреть комментарии по поводу оптимизации, конечно же, есть ли оптимизация, нет оптимизации, пока ее нет. Это все, всем спасибо за внимание и всем пока. Не забываем подписываться, на колокольчик нажимать и ставить лайки. Всем пока.